Йоу, ребята, перед началом моего видеоролика я бы хотел проверить вашу реакцию. Успеете ли вы за 5 секунд поставить лайк на этот ролик и также подписаться на мой канал. Если вы это успеете сделать за 5 секунд, то у вас реакция все окей. Я вам желаю удачи, у вас всего 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Пишите в комментариях, кто в принципе успел, а те, кто успели, поздравляю вас с реакцией, все окей. И, кстати, всем желаю приятного просмотра, пожалуйста, досмотрите данный видеоролик от начала и до конца, ибо он получился реально очень крутой. И мы начинаем! Поехали! Всем хулиганам здравствуйте, с вами я, Домер, и сегодня это новый выпуск по админ-шоу. Это третий выпуск, это, так сказать, знаете, пилотный выпуск среди трех, и поэтому он третий. Я знаю, логика зашкаливает, но... Скажу вам сразу, если вы реально очень добрый человек и вам не сложно поставить свой царский лайк, то я буду реально благодарен. И как только мы набираем 3000 лайков на этом видосе, за 2 дня, если наберем, то для вас в описании я оставлю мега крутой подарок. И да, и короче, для тех, кто вообще не знает, что такое админ-шоу, поясню. Это, короче, такая рубрика, в которой я непосредственно троллю игроков, делаю там всякую дичь и... После чего непосредственно дарю им различные подарки. То есть, я думаю, вы, в принципе, по сути, самого видеоролика поймете. Ибо, я думаю, он получится довольно-таки веселым. И если вы досмотрите данный видеоролик от начала и до конца, то, я думаю, найдете хоть один подарок, который я для вас спрячу. Да, и пишите в комментах, на какой минуте он находится. А мы начинаем. Так что, приготовьте чайоку, майонез, кетчунез и... А мы начинаем. Извините, у меня веселое настроение, так что все, поехали. В общем, мои хулиганы, прямо сейчас я нашел потенциальную жертву, которая находится непосредственно в своем доме. И сейчас я вам покажу, что я приготовил. Нам сегодня понадобится в ролике это барьеры, топорики и алмазные блоки. Это обязательно дальше, после чего мы входим в дом, как Дед Мороз. К сожалению, здесь домохода. Ну, короче, трубы нет, поэтому мы входим через компас. Правильно? Правильно. Потом, этот чувак даже не подозревает того, что мы сейчас будем творить, и поэтому я предлагаю сделать его дом намного красивее. То есть он пока вышел, мы такие, опа, раз, раз, опа. Я, конечно, строитель, понимаю. Так, мы построили ловушку, он такой... Что за магия? Это очень риторический вопрос, поэтому такой, блин, ну я бы тоже офигел, если бы у меня... Прикиньте, о... О, великий... Я просто смотрю, что он пишет. Я бы тоже офигел, если бы у меня в доме писюн появился. Вот прикиньте, вот живешь, да, строишь тут всякие постройки, а у тебя в доме какой-то писюн появляется. Так, я сейчас по-быстренькому его хочу застроить, этого чувака. Так, второй ярус. Опа, раз, 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 раз. И теперь сверху быстренько. Опа, раз, 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 раз. Все. Он такой пишет, а, я богат. Ну да, богат. Я, конечно, не хотел, но так получилось. Отпусти, отпусти. А давайте сейчас его немножечко потроллим. Я потом ему дам небольшой подарок. То есть рядом с ним еще построим один писюн. Блин. Ой-ой-ой, быстрый мой. Стоп. Ой-ой-ой. Сидеть. Короче, знаете, что я не учел. Нам нужно непосредственно сделать пол. Короче, я буду ставить там, где он будет, в принципе, выбираться такой. Блин. Это же писюн в моем доме. Хочу его сломать. Да хватит. Мне вот даже жалко становится, знаете. Так, ну что ты, брат, можешь сказать насчет этого повода? Писюн стоит в своем доме. Все хорошо, никуда он не денется. Отдайте алмазы. Он, знаете, какой-то алмазный маньяк, типа, отдайте алмазы. Он видит их, да, но, к сожалению, не может дойти. Как добраться до него? А, боже мой, ух ты, боже ты мой, что ты делаешь, паренек? А давайте сделаем соблазн его еще чуть больше. Поставим еще один такой алмазный, еще один рядом, просто уже комбо, я прям чувствую напрягу. Вот так вот, то есть, это тотем, друзья. Он такой, я бы тоже офигел, если в моем доме было 4 писюна. Они окружили меня! Ну так-то да. И я думаю, что могу сказать, ёптеть. Вот прикинь, сейчас сидит такой, думает, блин, зашел на сервер, да, дом построил, а тут писюны алмазные, я их достать не могу. Вот.
У меня возникает следующий вопрос. Почему этот чувак не может просто, я не знаю, там, что-то прописать, home, к примеру? Типа такой, помогите, помогите. Так. А, ну что, ты будешь? Опа. Появился. Ух ты, стоп. Он, так, у него, короче, понял, этот home стоит где-то вот здесь вот. А хотя, давайте я уже, в принципе, больше его не буду троллировать. Просто сломаем все писюны. А, и поскольку... А, он такой... Ну да, чувак затроллил. Он, знаете, такое ощущение, что мои мысли читает ядрёный батон. Поэтому мы сейчас пишем SP-RE5. Я сейчас вот это все по-быстрому уберу. Бац, пальцем щелк, и все, готово. Поскольку у него, как мы видим, есть... Ну, присутствует деревянный дом. Что мы делаем? Давайте сделаем ему небольшой апгрейд, от которого он просто офигеет. У него есть, как мы видим, стенка, которая все же присутствует в его доме. Я, правда, не понимаю, зачем она ему нужна. Ой. А, что мы пишем? Короче, смотрите внимательно. Здесь у нас replace 4 на 57. Бац, готово. Дальше у нас идет каменный блок. Это 45. 45 на 57. Готово. Стоп, а что? А, понял. Ап 10, ап. Ой. А, блин, я забыл команду. Ой, бычь ты мой. Блин, реально забыл команду. А, expand. Expand 10, ап. Дом. Спасибо, о великий писюн. Боже ты мой. Короче, я так ору. И поэтому сейчас мы, получается, крышу ему забахаем. И потом посмотрим на его реакцию. Я просто не могу, я с него так ору. Так, и получается, ну ладно, пусть камень будет. Он, в принципе, интерьер. Теперь заходим. О, дурачок, что ты делаешь? Это твой дом, остановись. О, дурбецо. О, дурбецо, конечно. Вот дом. А, я понял, он у мамы экономист. Короче, поняли? Он сейчас... А давайте я его удивлю. Опа. Твою мать. Готово. Он такой думает, блин, мама, я, короче, бог. Мама, смотри, дерево в алмазы превращаю. Не, ну, в принципе, апгрейд неплохой. Но, знаете, я думаю... Админы, я баг нашел. Я думаю, он буквально вот пройдет, знаете, минутки три, короче, да? Этот чувак сломает полностью себе весь дом. То есть, давайте, ладно, давайте поменяю. Вот я вам реально отвечаю, вот пройдет минуты три, да, я сейчас пойду других чуваков искать. Он весь дом из себя сломает, остановись, бандит Кирилл, куда ты шалишь? Не шали, пожалуйста, дорогой. Ладно, короче, давайте на нем серию застрять не будем. Я понимаю, что он очень веселый, но нужно еще других чуваков потроллить, так что заходите на мой сервер, IP-адрес сервера будет в описании, я снимаю данный видеоролик именно на нем. И те чуваки, которые купят непосредственно на моем сервере Властелина за 979 рублей, получат опку, ФТП, консоль, также получат от меня сигну в подарок, добавление в друзья и... Программку, с помощью которой сможете узнать любой сервер. А мы приступаем к другому человечку. Ну что ты делаешь? Ну, Кирюша, остановись! Вот напишите в комментариях, правильно ли поступает Кирилл? Вот вы бы поступили точно так же или нет? Вот, давайте, напишите. И напишите, пожалуйста, слово Nokia, если досмотрели до этого момента. Это, короче, тест. Вот если досмотрели, напишите Nokia. Хорошо? Это тест. Я вас проверяю. Угу. Все, поехали. Дальше искать. Короче, наша рубрика продолжается, я нашел двух, я так понимаю, очень интересных чуваков, просто, на самом деле, я так подумал, что они интересны, только потому, что у одного из них никнейм, Резда, понимаете, да, а у второго про Майнпрут. То есть никнейм вообще нечитаемый. А поэтому, смотрите, что я предлагаю сделать, поскольку нужно устроить для них что-нибудь необычное, чтобы они офигели. Так, давайте войду в их дом, вхожу в пространство. Такой пишет, смотри, и штаны. Ладно, короче, давайте одного из них, получается, кикаем, а второму из них копируем дом и устраиваем целый город. То есть начинаем по порядку. У нас имеется вот такой вот мега замечательный домик, который мы просто вот так берем. Давайте я даже вот, чтобы нормально скопировать, поставлю вот так вот. Выделяем топориком, раз. Далее, после чего у них имеется вот такой вот мега крутой дупер балкончик. Его обязательно нужно копировать, потому что это неотъемлемая часть интерьера. Дальше мы пишем, получается, копи. Готово. Кикаем вот этого чувака, потому что он лишний. То есть нам нужен сейчас только игрок, который резда, понимаете? Дальше, чувак, кик, какой там его никнейм? Про майн. Укажите причину. Причина. Отлично, все, готово. Далее мы копируем его дом. Паста, раз. Опа, еще один дом. Дальше, так, сносить этот дом я не буду, потому что я не... Опа, зашел, так. Кикаем опять его, кикаем опять. У нас появляется еще один дом. Конечно, неожиданная ситуация.
Дальше вставляем пасту. Готово. У них прям перед домом еще один их дом. Дальше перед домом еще один дом. Дальше среди вот этих всех домов еще один дом. И опа. Опа, опа. Игрок нас зашел. Он такой пишет. Что за фигня? Так, опять мы его кикаем. Он такой пишет. Алло, админы. Блин. Вот. Меня, однако, прикалывает, что пишет резда. Вы аун? Задолбали, я ял вас, сидоры. Да вы афуи, фигели в край. Ух ты, что такие-то, что за говной сервер? Ребят, простите, я не хотел. Блин, я сейчас представляю их реакцию, то есть одного кикаешь, да? Не кикайте, админы. Причина. Мне нравится, что пишет резда, да? То есть у него тут целый город, да? Тем более его дома. И он такой, это сиздец. Твою мать. Хачи. Так, опа. Лол. Вернулся самый главный игрок. Это про майн... рут. Вот. Это ты построил дома? То есть этот чувак, короче, считает, что за то время, пока я его кикал, он уже успел построить все вот эти дома. Я просто ору, типа... А этот чувак спрашивает, думает, что это он построил все эти дома, и такой пишет. Нет, блин! Боже ты мой! Они всерьез думают, что... Гойхо, мать его. Ну, так-то да. Это, знаете... Гойхо, афуэл? Ты ухуел? Ребят, я просто, однако, с них немножечко ору. Типа, бум-бум-бум, давай, пш-пш. Они сейчас подерутся за этих домов. То есть я вообще не понимаю, что вытворяют эти парни. Мне, кстати, знаете, чего стало интересно? Что сделал тот бандит Кирилл? То есть может к нему вернуться, посмотреть? Не знаю. Мне, однако, интересно, что он со своим домом сделал. Не знаю, как вам. Но у этих чуваков все очень серьезно. Они очень великолепные строители. Слава богу, меня не видят. И я так понимаю... с ними больше продолжать нечего. В честь благодарности я им оставляю вот такой вот город. Они могут дальше друг друга пинать. А мы, я думаю, сейчас вернемся к бандиту Кирюхе. В принципе, мы его покикали чуть-чуть, да. Чувак немного прифигел. Дома мы ему удвоили, так сказать. Но, однако, это немного жестко, правильно ведь? Все. Мы переходим дальше. Вот так вот. Я думаю, мои слова не требуют перевода. И, кстати, если ты не вода, то подпишись-ка на канал. Потому что... потому что... Все! Самая главная причина, потому что... Все, колокольчик ставьте, и мы полетели дальше. Знаете, я так подумал и решил. Мы не можем оставить их дома просто так. Надо их немножечко удивить, поэтому я предлагаю прописать пост 1. И получается, вот тут вот чуть-чуть... Ниже пост 2 и просто снести это все нахрен и посмотреть, как они на это будут реагировать. Сет 0, готово. Ну чё, парни? Был дом, нет дома? Про Майнкрафт Рут пишет. Якать. Я буду это показывать. Вот. Боже ты мой. А где? Ну так тогда, типа, ёб твою мать. Где мой дом? Он же был здесь. Чего за говно? И этот резда пишет. Ну нафиг. О, смотри, у нас еще один. Этот чувак явно не понимает, что это стенка. Он на полном серьезе думает, что это дом. А, когда он написал, а, до него допер. А, кобздец. Ну да, зато хотя две половинки осталось. О, половина. Ну, мне очень нравятся эти чуваки тем, что они оптимистичны. То есть я им снес все дома и такие, о, половина. То, что надо. Прям здорово. Ладно, короче, давайте я, в принципе, им верну эти дома. Пофиг, го новый строить. Сразу видно, чуваки, оптимисты. То есть, для них не проблема построить новый дом. Ладно, давайте я все же им верну. Потому что это с моей стороны как-то неправильно. И поэтому давайте вернемся к этому бандиту. Мне просто интересно, что там у него творится. Так, он хоть на сервере бандит... О, да, он на сервере играет. ТП бандит Кирилл к этому шалуну. Я не знаю, сломал ли он дом. Опа, опа, ядреный батон. Знаете, прошло буквально минут 15. Он уже весь забор сломал. Всю крышу практически вынес. Я, кстати, получается...
забрал у него вот один алмазик. Ну ладно, я думаю, это не плачевно. И давайте сейчас у него устроим, так сказать, пати-дискотеку. Я предлагаю телепортировать сюда абсолютно всех. То есть я сейчас всем отправлю запрос на телепортацию ко мне. То есть ТПА. Вот так пишем, вот так вот. Опа. Все, сейчас просто наблюдаем вот за процессом. Сейчас Кирюха будет, я думаю, офигевать. Это же бандит. Опа. Чуваки поприлетали. Инки, опа, что происходит? Чего происходит? И причем Кирюха даже не понимает. Он такой, сразу, это мой дом, начальника. Мои алмазы. Валите отсюда. Этого чувака беспокоит только то, что это его алмазы. Он такой, кричать сюда, мой дом, быстренько, уходим, ребята, все уходим, это моя территория, так, что ты тут делаешь? Кыч, пожалуйста, за забор, которого нет, потому что он его сломал, ибо они были из алмазных блоков. Он сейчас всех поубивает, вот бандит Кирилл, вот Шаун, вот просто, что творит этот парень? Он опять такой, ну, знаете, он такой, братва, вот вам алмазы, только отстаньте от меня, пожалуйста, ребят, у меня много алмазов, вот честно, только, пожалуйста, не бейте, у меня, знаете, их сколько много, пожалуйста, он даже пишет, забирайте. Ой, бой, ты мой. Я думаю, когда я вот ролик закончу, он весь дом себе сломает. Он построит себе новый. Не такой, я думаю, не из алмазов, конечно, но... Ну, все же, чувак, экономист, просто. Вот напишите, кстати, в комментариях, вот вы бы тоже сломали весь дом из алмазных блоков или нет, вот как я ранее говорил. В общем, я думаю, на этом будем заканчивать. Если на этом ролике наберется 4000 лайков, то я для вас сниму продолжение. А, вы же меня не видите, вот. То я для вас сниму продолжение, так что все в ваших руках. Пишите в комментариях идеи для следующего админ-шоу. И самая креативная идея получит от меня бесплатную лицензию Майнкрафта. Ну, короче, кто напишет крутую идею, получит Майнкрафт бесплатно. Так что это новый способ 2019, и мы прощаемся. IP-адрес моего сервера в описании. Заходите, играйте, у нас с вами будет сходка. Те, кто купит Властелина, ух ты, получат крутые подарки, которые я говорил ранее. А если вы не знаете, то скоро узнаете. Йоу. Все, всем спасибо, кто смотрел видос, кто любил, хотел сказать, понос. Но, в общем, все, всем покидываю, не буду затягивать. Ставьте колокольчики обязательно. И любите маму с папой, детей и... Все. Всем пока!